Всероссийская акция «Комикс-микс. Атомная сборка» проходит в три этапа. Первый – подготовительный. В нем участникам предстоит собрать литературные основы, сюжетные линии на базе городских легенд и исторических фактов. Потом уже перевод его в формат рисунка. Это уже второй этап. А потом мы будем отправлять координаторам этой акции. Комиксов должно быть, иллюстраций должно быть от 3 до 15 изображений. И они могут размещаться не более двух листов формата А4. Проект «Комикс-микс. Атомная сборка» пройдет во всех городах присутствия госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территории культуры Росатома». Инициатором акции стали специалисты библиотеки города Железногорска. Всем, кто любит наш город, кто уважает его историю, культуру, мы активно приглашаем принять участие в акции, всероссийской акции «Комикс Микс. Атомная сборка». Работы будут приниматься в отделе методической и инновационной деятельности библиотеки имени Маяковского с 15 сентября до 10 октября. Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте библиотеки. Все работы участников опубликуют в книге «Атомные города». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.